Да, давайте про бизнес. Да, то что-то. Отвлекаясь от медицины и возвращаясь к денежкам. Скажите, пожалуйста, Станислав Михайлович, каково положение компании, скажите, что все вернулось, как все устроилось? Каково положение компании, какого положения вот этой самой новостройки, где мы сейчас сидим? Да. Станислав Михайлович. Да, скажите, пожалуйста, положение компании, вы сказали, что все устроилось, и положение вот этой вашей. Давайте мы сделаем так. Один человек, один вопрос, потом еще. Хорошо, давайте тогда про башню. Про башню. Судьба башни, когда она будет окончательно сдана, очень много вокруг мира. Смотрите, один вопрос, один ответ. А это один вопрос. Вот. Она хоть когда-то будет достроена, как у Ирландска. Значит, будет она достроена, строится она сейчас, да, конечно, строится. Значит, последние 4 месяца, несмотря на сложности, мы приняли порядка 1500 кубов бетона. Значит, сейчас мы делаем натурные испытания, связанные с опалубочной системой. К сожалению, поставили опалубку, которая, ну, скажем так, с технологической точки зрения очень сложная оказалась, это скользящая опалубка, и она, ее сложность связана с тем, что начиная от морозов, заканчивая, в общем, ну, кто видел, если кому-то интересует эта проблема, она выложена вся у нас на телеканале. Значит, финансирование по башне полностью получено. Стройка идет, в первую очередь, до 32 этажа этого здания уже сдана. Мы находимся с вами в здании, которое сверху строится. Второе здание, где ВТБ полностью построено, оно полностью заселено, эксплуатируется. Я не вижу никаких проблем с точки зрения того, так сказать, графика строительства, который у нас есть, и проблем с финансированием совсем сами. По сроки когда? Значит, сроки у нас осталось 24 месяца, но сдача дополнена, но мы планируем максимум в октябре, может быть, даже чуть раньше, значит, закончим монолитные работы, плюс 2 месяца у нас уйдет на то, чтобы закончить фасадные работы, ну и работы по инженерии по отделке, соответственно, они будут продолжаться в течение, то есть таким параллельным движением, исходя из точки зрения заполнения и продажи офисов апартаментов. Ну, сейчас вы в графике, да? Скажем так, я считаю, что мы потеряли порядка 2 месяцев, да, но с учетом общего графика 28 месяцев, у нас запас еще минимум 5-6 месяцев. То есть, но хотя потери, к сожалению, у нас были, они все озвучены, они видны на всех видеосовещаниях. То есть до окончания 2 года осталось, да, практически 2 года? Я думаю, что в первую очередь до 64-го этажа мы зайдем максимум через... Пока мы поставили задачу такую, второй квартал сдать, да, вот, что касается полностью комплекса, я надеюсь, что нам удастся это сделать за 18 месяцев, но в целом у нас еще 24 месяца.